обманка, бросок через спину с переходом на коуча Гарри. Гайтера Мартин пытается схватить правый рукав Абе. Абе берет отворот и незамедлительно имитирует атаку вперед. Гайтера Мартин бросает вес своего тела назад, опуская свой центр тяжести, чтобы защититься. Направление головы Абе и тяга за рукав убеждает его, что будет атака вперед. Гайтера прыгает далеко вперед, чтобы защититься от атаки, не замечая ногу Абе. Абе меняет направление. Сила и гибкость позволяют ему зацепить ногу и сделать движение. Абе теряет захват, но у него остается отворот и импульс движения, означая, что у него все еще есть контроль, чтобы получить оценку в азаре. Это невероятный ракурс пойман замедленной съемкой Fighting Films. Мастер-класс приемов дзюдо. Соревновательный мастер-класс от Fighting Films.